Добрый вечер, друзья, с вами опять Леонид. Небольшое короткое видео о моей поездке. Я возвращаюсь с работы и вот решил записать такое короткое видео по дороге. Хочу сказать, что я уже опытный водитель. В Израиле я 20 лет и почти с первого года я езжу на машине своей. У меня уже было несколько авто. Я, ну, дело не в том, я хотел сказать, что о дорогах, о том, что, что в Израиле за последние 20 лет, так говорят, я вообще в Израиле 20 лет, все это произошел такой качественный скачок в плане дорог. Развязок, трасс таких междугородних. Ну, эта трасса, по которой мы сейчас едем, это, собственно, такая незначительная, второстепенная дорога. Такое двустороннее движение здесь. Вот. Но хочу сказать, что она поддерживается в очень хорошем состоянии. Вообще, государство уделяет очень большое внимание дорогам. Разметки, такие отражатели везде на месте поставлены, знаки, все это придает, ну, дает такую безопасность движения и, конечно, удовольствие ездить по таким дорогам.